Друзья, у меня для вас подарок, он будет в описании. Пожалуйста, подпишитесь на новый канал и поставьте лайк. Продюсер Сергей Пудовкин сообщил о состоянии Тамары Гверцители. Для знаменитой певицы смерть мамы стала фатальным потрясением. Певица Тамара Гверцители попала в реанимацию после смерти мамы. В беседе с Пятым каналом продюсер певицы Сергей Пудовкин рассказал, что для знаменитости потеря самого близкого человека стала фатальным потрясением, потому что ее вся жизнь крутилась вокруг ее матери. Продюсер певицы рассказал, что Тамара Гверцители попала в реанимацию сразу после похорон. Он отметил, что это трагическое событие выбило певицу из колеи. Сейчас она, Гверцители, находится в очень сложном состоянии. Находится она сейчас в Грузии, собственно, где прошли похороны мамы, рассказал Пудовкин. По словам продюсера, певица находится под постоянным присмотром врачей. Тамара Михайловна сейчас находится в больнице под присмотром врачей. Комментарии излишни, потому что вся жизнь Тамары Гверцители была с мамой, а маме – про маму. В общем, ситуация очень сложная и очень тяжелая, дай бог ей здоровья, прокомментировал продюсер певицы. 83-летняя Инна Кофман умерла в Грузии. По рассказам Пудовкина, ухудшение ее состояния началось еще зимой. Сердечную недостаточность Кофман пытались лечить в Израиле, а после отвезли в Грузию, но продлить ее жизнь надолго врачи не смогли. Давно уже она почувствовала себя плохо, и ухудшение, к сожалению, так бывает в жизни, случилось прямо на старый Новый год. 14 января был достаточно срочный выезд в Израиль для проведения лечения, для оказания помощи. После этого ее перевезли в Грузию. К сожалению, ситуация была такая, связанная с сердечной недостаточностью, что спасти уже не смогли, рассказал продюсер. Друзья, у меня для вас подарок, он будет в описании. Пожалуйста, подпишитесь на новый канал и поставьте лайк.